Всем привет, друзья! Вы на канале Hellboy. И сегодня, я думаю, как вы поняли по названию этого видеоролика, у нас будет 24 часа... Нет, нахуй. Всем привет, друзья! Вы на канале Hellboy. И сегодня, я думаю, как вы уже поняли по названию этого видеоролика, у нас будет День Грузии в закрытом зале. Это не кликбейт. Действительно будет закрытый зал. Мы пока что сами не знаем, что из этого выйдет. Но что будет дальше, увидим. Всем, кто кушает, приятного аппетита, кто не кушает. Бля, мужики, вот начался зимний массонабор, я думаю, уже стоит набирать 15-ку. Все, всем приятного аппетита, let's go! Блядь, зомб упал. Зонтик мы теряем. Все, идем. Ну вот мы уже сидим в раздевалочке. Это мой кентик Люх. Время у нас 22:38, до закрытия 22 минуты. Людей практически нет уже. Давай посмотрим, как я посещаем. Ну, сейчас, попозже. Давай, сейчас посмотрим. Вот мы сидим. Я не знаю, что нам делать. Мы думаем, либо нам спрятаться в шкафчик. Ой, я уже место подготовил. О. Либо нам спрятаться в сауну. Ну, не хочешь в шкафчик лазить, ему страшно, блядь. Тем более, он в шкафчик не влезет. Вот мы, короче, в размышлениях. В программе там мы карточки прикладываем. И... Нас могут спалить чисто по программе. Типа, мы карту не пробили, что ушли. Нас только из-за этого могут спалить. А так похуй, пробуем. Что, какая посещаемость? 6 человек. 6 человек. 4 человека. Ну, считая нас. Считай нас 4 человека. А, нет. Не считаем нас 4 человека. Закупились. Ну, тут уже все пустое. 3 энергоса купили. Вот уже 2 бахнули. Кофеёк купили. Бля, такая харча, пить вообще невозможно. Вот, сидим, короче, кайфуем. Давай. Опа! Тихо-тихо, стой, подожди. А кто там у нас? Здорово, подписчики. Прикинь, вот так тип заходит, проверяет, слышит смех. Подходит и... Блядь, ты чё тут целую? Короче... Как я понял, шкафчик это вообще херовая идея, блядь. Я думаю. Вот туда, в сауну нам надо. Все, мужики, короче, сижу в шкафу. Илюха пошел в туалет, он там сидеть будет. Надеюсь, нас не спалят. Смотрите, какой вайб. Мужики, это такой вайб. Просто ночью в зале. Ты и Токент. Ну, что же может быть лучше, мужики? Эти эмоции, эти впечатления. Это просто запомнится на всю жизнь.
Это уборщица была. Слышишь? Уборщица была. Вот такой вот виз, мужики. Ночной туман, город. Да. Все, мы сейчас идем к скамью для жима. Сейчас будем делать джимбро. Зацените это вайб. Это просто. Ну, на камере так не видно. Слава, как вообще видно? Типа нормально? Ну, нормально. Я думаю, типа без капалок. Сейчас поставим еще два штативчика и будем жать, мужики. Вот это какие эмоции, мужики. Я уже мужики раз 10 сказал, но у меня нет слов, это просто. Дай бог камера это передает. Давай сейчас. Ярче вот сделаю. Разомнем там плечи, кисти, локти. Самое главное. Это вот это. И там вот несколько рабочих камер, там он красненький говорит. На отсюда. Сколько весит? Килограмм? 5. Не, 5, я думаю. 5. Ставим вот тут два штативчика вот сюда, чтобы вот фонарики светили, и все будет бомбово. Все, мужики, переходим к джиму. С грифом. Повторение на 10. Сутки напролет, сколько было, так и не я уже потерял счет. Ты пропал, тебя нет. На 3 сделаем, думаю, будет отлично. Какой-то грандиозный вес не рассчитывал, потому что снимался уже где-то неделю-полторы в связи с травмой. С травмой бицепса, да. Спасибо, брат. Не знаю, если килограмм 90, то 85. Отлично будет. Сейчас у нас на грифе 70 кг. Повторение на 2 сделок все время пойдет. Со страхующим 55, потому что времени мало. А организм в время не отстает. Лейтс. Так, на среднячок.
сейчас у нас на гризли 80 килограмм. По одному разу надо делать, чтобы изменить ситуацию. Вот. Отжимаем. Ой, блядь, через лавки не упал. Пиздели, это игрушка дьявола, мужики. Там не дрочите, не курите, не пейте. Живите спортом, мужики. Там зарабатывайте денежки, ворк туда-сюда. Не рев. Рев мы не уважаем. Поняли? Сейчас, мужички, короче, идем с магнезией, потому что это невозможно. Руки скользят. Не дай бог, сейчас шланга скитит. О! О. Ух, блядина. Ну все, мужики, мы подошли к концу жима. Сейчас, может, еще там что-нибудь поделаем. И пойдем спать в раздевалку, что нам еще делать. У нас остается еще часа. Сколько? Не часа, да. Там. Часов 5-6. Где-то часов 5, да. И я без понятия, что будет утром. Надеюсь, все будет хорошо. Там без всякой полиции, там охраны, туда-сюда. Нам вот это вообще не надо. До утра. О. Время. 5:24 утра. Мы вышли из зала. В итоге там просто пришла уборщица. Спросила, что мы тут делаем вообще. Короче, просто дверь нам открыла, мы вышли уставшие, идем домой, поспали часок, сейчас вот идем домой, на улице идет снег, вот такие вот пироги, короче, ребята, не пробуйте, не делайте то, что сделали мы, у вас может закончиться не все так хорошо, так гладко, все. Всем спасибо. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем до следующего выпуска.